Парамарибо. Покидаем Суриман. Суриман. А чё, как он называется? Суринам. Суринам. Значит, Суринам. Вот такой самолет. КЛМ. Шикарный голландский самолет. Вот такой аэропорт. Шикарный. Я думала, они, оказывается, проверяют, оказывается, на наркоту. Я думала, они это... Ну так, смотрят и все. А тут выходишь прямо на поле, и тебя собака обнюхивает, и твой багаж. Это интересно, потому что я такого еще не видела, чтобы на поле, на взлетной полосе это было. Овчарка обнюхивала с полицией. Такого еще не было. Написано, курить нельзя, телефона нельзя. А мы будем. Сегодня я видела, так интересно было на это. Трансформаторная будка, и знак был, нельзя писать. Знаки. Там не курить и телефоны. Телефоны нельзя пользоваться. А там было, мужик стоит это на знаке со струей и перечеркнутая, и красная. Написано, нельзя писать. Вот такой самолет сейчас полетим. Муж был прав, только 5 часов расстояние времени, да, разница во времени между Суринамом и Амстердамом. Всего 5. Поэтому, может быть, нам улететь 8-9 только, потому что я думала больше, кажется, нет. Вообще, махина. Не два этажа? Махинистая махина, да, но я не знаю. Не, может и два, хрен его знает. Летучий голландец. Вот